Большинство людей полагают, что время — это как река, которая всегда течет в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить вас, они ошибаются. Время — это штормовой океан. Вы можете спросить, кто я такой и почему я говорю это? Присядьте, и я расскажу вам историю, подобной которой вы еще не слышали. Но сначала представлюсь. Я сын Шахрамана, великого короля Персии. По пути в Азад с небольшим отрядом... Ты думаешь, я чувствовал сожаление, когда смотрел на причиненное разрушение? Или спокойно принял то, что этот мир можно так быстро превратить из доброго мира в ад? В этот момент я думал только об одном. О чести и славе, которую я принесу своему отцу, сражаясь как воин в своей первой битве. Многие в те дни искали чести и славы на поле боя, чтобы их король мог сказать им: «Вы самый великий из моих воинов». Но в то мгновение, когда мой меч окрасился кровью, я понял: это не мой путь. Я заслужу признание своего отца не убийствами, а тем, что стану первым, кто найдет сокровищницу Магараджи и то, что она скрывает. Подожди. Все произошло не так. Где там я остановился?
Этот шторм просто ужасен! Мы должны дать ему отпор! Прибрать главный парус! Мы пойдем по ветру. Никогда не добраться до наших берегов живым. Да, тебе остается только уповать на это. Это все, что вы можете?
сука! Но его ошибка, порожденная невинностью и напитанная гордостью, была самой большой и самой ужасной из всех. Все, что принадлежит тебе, мое по праву. Тебе не изменить судьбу. Да, хапки. Император 2. Наконец, на свободу. На самом деле, по-другому. Правда, ты не сходил от смерти. Он на свободе. Я беру всех ноги. Безопасно. Дальше. Смотри, мы пошли. Нет! Наш корабль погружался в воду гавани, а принц обнаружил, что город, в который он вернулся, разительно отличается от того, откуда он отправлялся в путь. Порт, обычно кишащий народом, был безлюден. Перед глазами представали лишь забрызганные кровью навесы и выбитые двери. И никаких следов обычного портового люда, ни купцов, ни нищих, ни рыбаков. Это место в руках других. Отпустите ее! Безлюдному району, и его преследовали картины прошлого. От портовой таверны, где он провел так много веселых ночей, теперь осталось лишь пепелище. А останки гордой армады Вавилона, которую не раз выходил приветствовать, покоилась на дне Евфрата. Везде следы битвы. Но где же стражники Вавилона? Что с ними случилось?
продолжать отсюда, когда ты вернешься? Очень хорошо. Почему всякий раз, когда я попадаю в беду, у меня в руках не оказывается хорошего меча? Ладно, это лучше, чем ничего. Oh!
That is enough. Let us move forth. Centurion! It's the enemy's fort. They must be close. We must hurry! The cremation of the assassinated Julius Caesar took place in the ruler to ashes, only demise. O Romans, we, the members of the Senate, Julius Caesar. Ipsanius, that is true. I did not kill Caesar. I would not do such a thing. Silence, men of Rome. I shall now announce the successor just to the hero Julius Caesar, the man who shall assess the just of our great. Antonius! People of Rome! As Caesar has expressed in his will, I, Antonius, shall step up as his rightful successor. I shall hereby take up an oath to the glory of Rome! I cannot believe that Vipsanius...
Get ready for the. Go easy on me. Round one. Fight.
крепости я нашел признаки своего бывшего рода. Раньше я был сарафанским жрецом. Я был лишен всего этого, когда Каин вторгся в мою священную гробницу и осквернил меня. Готовься к смерти! No! No! No!
EA Games. Challenge everything. Saruman, the trees of Fangorn have awakened. Tendrils seek, branches crush, roots bury all that remains of your vanity. Burn them all, sir. You cannot stop the Ents! What does it take to kill you? Нет, мне надо найти, кто взял мою сумку. Слушай, чувак, иди пялься на кого-нибудь еще.
Может, зайдем ко мне? У меня есть записи Барри Уайт и водка. Может, фотку сделаешь или видео? Дольше пялиться можно. Thank you.
Yeah. Let's just try to stay calm.
No good here. Excuse me. Thank you.
Thank you.
Wow.
6,000 years ago, a fierce warrior known as the Scorpion King led a great army on a campaign to unite the known world. Though they fought well, the Scorpion King and his army were defeated by the Sumerians and driven deep into Arm Shir, the sacred desert. On death's door, the Scorpion King made a pact with the desert god, Anubis. If Anubis would let him live to conquer his enemies, he would surrender to Anubis his immortal soul. The next year, the Scorpion King stormed northward with the army of Anubis. Though thousands of years have passed since then, history has a way of repeating itself. According to the calendar of the ancients, the year of the Scorpion is once again upon us. Though my old friends Rick and Evie, and now their son Alex, think only to spend their days in pursuit. It's so dark in here. Oh!